В гавани австралийского города Албани вот уже полгода работает группа энтузиастов. Их объединило желание восстановить популяцию устриц, исчезнувшую несколько десятилетий назад. Причиной вымирания морских моллюсков стала рыбная ловля. Она разрушила их среду обитания. Участники проекта восстанавливают рифы, на которых смогут поселиться колонии устриц. Самих моллюсков специалисты начали разводить еще раньше. Они плодились на стенках цистерн, а теперь готовы к жизни на морском дне. Кроме того, моллюски будут играть роль природного фильтра. Восстанавливая устричные рифы в гавани, мы возобновим очистку воды. Устрицы способны фильтровать воду. Это поможет сохранить ее чистой. Это система заливов «Рай для рыбы». Чем здоровее они будут, тем больше у нас будет рыбы. Австралийские энтузиасты также надеются на поддержку местных жителей и призывают их поучаствовать в проекте. Если он окажется успешным, то программа по восстановлению популяции устриц будет внедряться по всей Австралии.